Дилма Русеф, временно отстраненная от должности президента Бразилии, выступила с обращением к гражданам страны и сенаторам. Она заявила, что процедура импичмента, запущенная против нее, это государственный переворот. Если импичмент объявлен без доказательства вины, то это переворот. 12 мая Сенат Бразилии поддержал продолжение процедуры импичмента Дилмы Русеф. В начале августа специальная комиссия законодательного органа проголосовала за окончательную отставку президента. После этого доклад комиссии должен рассмотреть пленум Сената. Русеф считает, что ее судьбу могут решать только избиратели. Желание моих обвинителей отстранить главу государства за то, что она сделала, незаконно. Отстранить президента от должности, судить ее за поступки могут только люди и только через выборы. Русеф также заявила, что понимает, какой политический кризис возник в Бразилии. По ее мнению, чтобы объединить страну, необходимо провести досрочные выборы президента. Она пообещала в случае возвращения на пост способствовать проведению референдума по этому вопросу. Я окажу полную поддержку референдуму, чтобы люди могли принять решение по вопросу досрочных выборов. Это касается также политической и избирательной реформ. Итоговая стадия процедуры импичмента начнется 25 августа. Если пленум Сената импичмент поддержит, то Русеф навсегда отстранят от должности президента. В противном случае она вернется к своим обязанностям. Процесс импичмента в отношении Русеф был запущен по требованию оппозиционных партий. Они подозревают главу Бразилии в нарушениях налогового законодательства и в финансировании своей избирательной кампании в 2014 году за счет государственных средств. В связи с этим оппозиция также потребовала провести расследование.